утром, примерно в 7 часов, на улице Интернациональной в центре города загорелся частный жилой дом. Здесь проживало 3 семьи, и, по их словам, это был самый старый дом в Одинцово. Семья одного из погорельцев проживала здесь с 1913 года. Он утверждает, на самом деле дому около 150 лет. Но полуторавековая история прервалась внезапно. Скорее всего, замкнула электропроводка. Собрался привести себя в порядок. Утром. Утром, да. И вдруг телевизор уже завтракать собрался. Вот. Телевизор вдруг чук-чук-чук, свет сверху чук-чук-чук. Причем он вспыхивал более ярко. Вот в чем дело-то, что меня сразу же смутило. Выскочил на улицу, чтобы посмотреть, что происходит вообще, где. И предупредить всех остальных. Но уже половина, ну как сказать, вот сверху уже дым пошел. Я бросился к ним туда. Вот, а уже вот эта вот часть верхняя. Она уже ну, полыхала крыша. Внутри полыхала. Угу. Я схватил огнетушитель, но... Сразу вызвал пожарных. Приехали быстро, в течение 10 минут. Но сухое дерево вспыхнуло, как спичка. В доме было централизованное отопление. Ни дровами, ни газовым котлом он не отапливался. Всю проводку заменили в прошлом году. 2 года назад нас электрики обязали заменить счетчики. Старые счетчики стояли. Но, соответственно, кабель, который шел, он был с запасом. Мы его вывели на щит. Он щит внизу стоит. Не сгорел даже. Угу. Вот. Ну и при этом все проверялось, естественно. В 9:38 пожар удалось локализовать. Точные причины возгорания предстоит установить специалистам отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Одинцовскому округу. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».